Перепись населения, здравствуйте! Больше 300 человек, переписчиков и контролеров, каждый день стучат в квартиры жителей края. Уже внесли свои данные в летопись нашей страны свыше 1,5 миллиона пермяков. Принять участие в этом большом и важном деле можно тремя способами. Первый, самый популярный и простой – онлайн-перепись. Даже идти никуда не нужно. Просто открывайте госуслуги и отвечайте на вопросы. Вам присваивается QR-код, который вы просто показываете переписчику. Ну а если у вас нет возможности принять переписчика дома, то можно пройти опрос в ближайшем переписном участке. Они располагаются в объединенных комитетах территориального управления. Такие есть в каждом районе. Сегодня мы решили посетить стационарный пункт на Тельмана 12. Никаких документов с собой брать не нужно. Приходите на любой участок и отвечайте на несложные вопросы переписчика. Даже если вы проживаете не в Березниках, а в любом другом городе России. Просто выберите любой удобный пункт. Дело в том, что я все время на работе, переписчика застать не успел. Поэтому пришел на переписной участок сам, переписался. Заняло это буквально 5 минут, все очень быстро. Заодно переписал членов своей семьи. Также для вашего удобства вы можете пройти перепись по телефону. Номер переписного участка вы видите на экране. Поучаствовать в переписи населения очень важно для каждого из нас. Сделать это очень легко. Один из вариантов – можно прийти на стационарный переписной участок или позвонить по телефону. Один человек может переписать всех членов своей семьи. Мы работаем до 14 ноября включительно, ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Успевайте поучаствовать в самой масштабной акции нашей страны, ведь именно от нас будет зависеть наше будущее. Данные о безработных людях позволят властям создать новые рабочие места. А сведения о национальности – сохранить традиции малочисленных народов. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья.